Ученые Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета создали новую технологию для улучшения дорожного покрытия. Материалы для него разработаны на региональных источниках сырья, что обеспечит доступную цену. Результаты получились удивительно хорошие. Очень высокого качества получился асфальтобетон. И вот сейчас мы уже получили завершающие акты. Мы сейчас готовим нормативно-техническую документацию на выпуск опытной партии этого реагента и самого уже асфальтобетона. Для обеспечения технологичности проводились испытания данной разработки. Последние испытания, когда нам удалось по требованию дорожных организаций привести его в некий такой, сгранулировать одним словом ее. А для этого нужно подобрать специальные вяжущие, которые ни в коем разе не ухудшили бы основных эксплуатационных характеристик асфальтобетона. И мы разработали такое вяжущее. Улучшенная технология позволит решить одну из главных проблем российских дорог, а именно проблему колейности. Установка позволяет дать оценку колейности. С участка берем вырубку. Вот такая вырубка. Вон они, плиты лежат. Вот в них помещается эта вырубка. Она помещается сюда. Задаем на этих колесиках, сколько циклов надо провести. И таким образом оцениваем сопротивление колейности. И говорим, вот наш реагент, который в составе был асфальтобетона, он дает очень хорошие результаты. Колейности практически нет. Данную технологию также планируют запатентовать. Первый патент только вчера. То есть у каждого аспиранта, магистра, он во главе какого-то патента. Он является главенствующим. И мы потом вместе садимся, формируем вот это изобретение. Их у нас будет до конца года, я так думаю, около 5-6. Благодаря этой технологии дороги будут служить гораздо дольше обычного. Обычно дорога служила, ну, допустим, 10-15 лет бы, все мечтают об этом, но этого не происходит. Но мы можем здесь после вот этого сказать о том, что оно будет вот в эти сроки, по крайней мере в эти 15 лет, значит, без всякого капитального ремонта текущего, она может выдержать. Эта разработка внесет достойный вклад в дело обеспечения качественных российских дорог. Кристина Надыршина, Виолетта Басова, Универньюз. Thank you.